Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». И сегодня я хочу показать вам распаковку вот такого классного набора для творчества. Набор для создания объемных гипсовых барельефов. Торговой марки «Фантазер». Рекомендованный возраст от 5 до 12 лет. И, как обещают нам, 45 минут увлекательнейшего занятия для ребенка. Хочу заметить, гипсовые барельефы нравятся деткам. Это несложный набор для творчества. Вот. Как бы очень полезный и очень интересный. Вот обратная сторона коробочки у нас выглядит так. Ну, еще раз повторю, что именно этот барельефчик будет выглядеть точно так, вот как на коробочке. Это у нас такой мишка с мячиком. Итак, давайте я достану, покажу, что внутри. Внутри у нас вот такая пластика. Вы видите, формочка, собственно. Смесь такая вот и петелька, так как у нас будем ее вставлять в наш барельеф, потому что барельеф предполагает, что можем взять и повесить ее как картинку. То есть здесь еще будет у нас петелька и ножичек вот такой. В общем, вот такой нехитрый состав набора, но все необходимое входит и здесь есть. Значит, что хочу сказать, очень компактно, интересно. Процесс создания барельефа описан обратной стороне, то есть по этапам. Вот. Значит, в принципе, мы добавляем воды, перемешиваем, дожидаемся нужной консистенции, ждем 2-3 часа, заливаем, вот. Ждем 2-3 часа, барельеф аккуратно достаем, раскрашиваем с помощью фломастеров. Можно раскрасить на свое усмотрение, можно вот у нас уже готовый пример такого классного мишки. Если вы захотите приобрести такой набор, обращайтесь в ваш дом игры.